Продолжаем. Давайте разберемся с вороватым кладовщиком. Сейчас покажу, с кем нужно поговорить, если ничего не изменили разработчики. Не поменяли. Вороватый кладовщик, который закрысил наши вещи рядом с Гречкиным. Ну он же этот кладовщик вороватый, это который у татарина там. Это тот же самый, вроде бы как. А может быть только к этому относится. В общем, нужно сейчас вот вон, с басмачом поговорить. Говорят, ты скидал его, можешь помочь. Может могу, а может и нет, смотря кто, кого и как. Меня кинул кладовщик. Находятся среди нас такие крысы, будь осторожнее, в зоне бдительность не теряй, так и быть. Поговорю с ним, вещи вернет, спасибо. Не благодари пока, еще не поговорил, еще выясним, оставлял ли ты ему что, или просто так, от природы гнилой клевещешь. Не клевещу я, пойдемте поговорим с этим кладовщиком, как раз у него оставим то, что у нас сейчас есть. Пусть хранит, сучонок. Друзь. Что в черном ящике, а, друзь? Так. Где-то под конденсинером простыл. Так. Не будут эти стрелять, надеюсь. В спину. А то сейчас кладовщику нечего оставлять будет. Так. Петух, открывай хранилище. О, вообще без разговоров. Ну, землянику ему оставлял. Я помню, я что-то оставлял. Если бы не оставлял, бы и квеста этого не было. Так, бошки оставить. Гайку. Вот это. Ну, остальное все. Пистолеты не ношу с собой, поэтому тоже сюда. И это хламье тоже. Все. Ну, вот такая коротенькая серия. Как с этим кладовщиком разобраться. Вот так, на этом и закончим.